Всем здорово, дорогие зрители! Сегодня мы с вами будем играть в такую замечательную игру, как 5 ночей с Тимохой 2. Если желаете, чтобы мы прошли первую часть, как бы, само собой, комментарии у нас доступны для всех. Ну а так-то, в принципе, что мы сейчас будем делать, а именно начинать играть. Опа! Д.точка подсобакина. Эй, я не прочитал. Что там после было написано? После страшных пяти ночей мне удалось бежать. После тех страшных пяти ночей мне удалось сбежать. Вот подсобакина. Я приехал к дедушке в деревню. А, ну ладно, он сам и говорит, что я говорю. Но дедушки почему-то я здесь не обнаружил. Но зато я обнаружил телефонный звонок. Надо ответить. Наверное, дедушка мне оставил какое-то послание. Если что, мы играем за дружка. Девочек, мне удалось сбежать. Я уже еду за тобой к тебе в деревню. Быстренько открывай ротик. Смотри, какой вкусный пирожок. Вот черт, времени совсем мало. Нужно быстро расставить камеры и подготовить компьютер. Так, вот мы загрузились. Алло, это снова дедушка. Вот черт, прости меня, внучек. Прячься в мой дедовский подвал. Там есть огурчики и водичка. Ага. Водичкой нужно поить Тимоху, а огурчиками травить, чтобы он срался в туалете. О. В общем, вот такие вот дела. На первый. А, и не забывай печь пирожки в моей деревенской печке. Я тебе приготовил полено. Ой. Петров-то рубил. Ну о, все, внучек, поехали пока. Колоть. Я постараюсь как можно быстрее тебе прийти на помощь. Все, целую. Да, давай. Дедушка, в общем, к нам сейчас приедет вообще. Помогать будет люто. Там пока что колем дрова, чтобы покормить Тимоху. Так, все, давайте. Как закинуть их? А, они сами закинулись. Ой-ой-ой. Быстрее. Мало ли сейчас Тимоха придет. Скушает меня. И этот, мне вкусный пирожок предложит, ай-яй-яй, будет очень плохо. Ща, его тут нету? О, ба, кстати, могу так вот чекать, оказывается. Так, о, кстати, мы должны еще смазывать петли, чего? Где? А, он. Он еще на четвертый. Нормально, надо смазывать петли. А, её же надо кормить. Блин, а у нас ещё... Чего? Всё. Мы теперь можем покормить Тимоху. Где ты? О, вот он. Ну, ладно, давай. Всё, мы его закормили, как я понял, вот так вот в подвал. И ещё ниже, да. Так, давайте огурчик и водички наберём. Так, всё, 10 у нас этих. 10 воды, 10 килограмм. Надеюсь, его... Чё это за шум был? Какой-то непонятный. Так, где же он? А вот. Всё, попоили его. Давайте теперь отравим. Ой-ой-ой, всё, пошёл дрестать. Туда его. Погнали пока что, наколем дров. Чего? Он тут? А где? Я там видел этот значок. Он тут. Чего? Он... Не. А где ты? Тимоха. Ты где? А, вот он. И это, ну, достаточно, получается, у нас сейчас будет легко первая ночь идти. Опа, ну, туда. Ладно, бежит с пирожочком. Все, мы прожили 6 часов. Па-а-а-а-а-а. Значит, вот у нас уже загружается, получается, вторая ночь. Опа. Так, нам, наверное, опять этот дед звонит. Мать, тебе кофе?
Ой, куда это? Без коньяка? Он там с кем-то уже тусит. Так, цыпочки, тише, я вообще-то внучку своему звоню. Алло, алло. Нифига себе, у него там происходит, конечно. Слушай, короче, такие дела. Я к тебе Гену отправил. Он должен прийти к тебе и помочь спастись. О. Тимур, некогда, давай пока, короче. Ага. Окей. Значит, к нам сейчас этот Гена придет. Алло, дружок, слушай. О, это он нам, кажется, звонит. Гена, очень плохо ты кормил пирожком. И у меня есть для тебя булочка с сосиской. Чай, бутерброд. Ой-ой-ой. Вы слышали, что у Гены там есть? Ну там булочка, сосиску и чай, бутерброд вообще. Булочка, сосиску. Это что, Гена пришел? Чай, бутерброд. О, ослепи его. Ослепляем. Так, давайте, где у нас этот пирожок наш? Наш. Все, 6 можем вообще вырубать. Булочка, сосиску. Ой, опять булочка, сосиску пришла. Чай, бутерброд. Ну, Гена, вот до чего ты вообще... Довел себя. Довел себя. Давай, где ты там, Тимоха? О, куда ты там? Давай, еще раз побежал какать. По-быстренькому. Ой-ой-ой. Смотри, какой вкусный пирожок. Нет, невкусный пирожок. Ой-ой-ой, бегает. Нифига себе, он зашел прямо. Нифига себе, у него пирожок там. Все, пошел какать. Все, у нас остался это Гена враг сейчас. И 6 часов ночи. Так, ага, давайте сразу же наколем дров. Накололи мы делов. Колем дров и колем делов. Имба. Поэтому оставил тебя одного у себя в своем маленьком деревянном домике. Ай-яй-яй. У нас смышленый, я верю, что у тебя получится. Ты должен. Да, у нас все получится. Буду болеть тебя за тебя из всех сил. Ага. Все, ну окей, дед, давай, пока иди в жопу. Да, вот дед у нас продался, как говорится, за пирожки. Ой-ой, булочка с сосиской пришла. Надо нейтрализировать. Здорово, Гена. Иди в жопу. Ой-ой-ой. Вон тут где-то. Я? У тебя мороженое? Не надо. Я не доверяю тебе, Тимоха. Ой, смотри, он уже достает свой пирожок. Пирожок. Ой-ой-ой, ходит уже. Булочка. Все, он ушел. У нас тут булочка с сосиской пришла. Опа. Так, все, у нас готово. Ну, пускай печь просто работает. Смотри, какой... Нет, меня нету, Тимоха. Я вижу тебя. Да это же хот-дог. Горячая собака. Ой-ой-ой, туда вас всех. 6 часов. Утро! Так, нам опять кто-то... Дрынь-дрынькает. Эй, дружок, привет. Ну, мне надо кое-что тебе рассказать. В общем, дедуля-то твой оказался предатель. Да-да-да. Это он подстроил эти 5 ночей в деревне. Ого. Кстати, да, я стал супербыстрым. Хана тебе. И тебе тоже. Ой, блин, я сейчас зафейлил все. Ребятки, согласитесь, я сейчас все зафейлил. Блин, там булочку с сосиской еще пришла. Так, давай, пока он какает, мы должны успеть. Жаль, что на Геннадия нельзя ничего применить. Окей. Геннадия. Слишти, Гена, проваливай. Заманал ты меня, честно говоря. Так, нет, нам надо этого покормить. Ну этого, ну того, да, ну вы поняли. Ну куда ты провалился-то, ё-моё?
Бля, я так и знал. Ну, ладно. Давай, дружок, открой ротик. Вот мы и первый фейл сделали на четвертой ночи. Вылазим. Значит, мы забираем. Пикем еще три. Если успеем. Я думаю, мы... Да, мы три успеваем. Ага. Чё-то сейчас я начал слишком фейлить. Давай, дружок, открой ротик. Значит, мы сразу же, без фейлов, колем дрова. Там достаточно будет 20, я вам так говорю. Ну, мне надо кое-что тебе рассказать. В общем... Всё, ребятки, давай. Всё, печь. Всё, пьём. Это он подстроил. Далее мы успеваем выпечь 10 пирожков. Потом мы спускаемся в подвал, забираем огурчик с водичкой и травим, у нас получается, нашего Тимофея, Тимоху. А не, мы 10 даже не успеваем. Но мы 8 успеем. Все, давай. Там булочка, сосиску, чай, бутерброд. Нет, все, это фейл. И колем 4. Булочка с сосискою. Чай, бутерброд. Все, найс. Ага, он не успеет прийти к нам. Мы успеем огурчик забрать. И все, ребята. Мы сейчас его травим. Все, пошел какать. Смазываем петлю. Булочка с... Да, булочка с сосиской. Все. Найс. 6 часов. Интересно, что же будет у нас сейчас на пятой ночи, блин. Я сделал сколько? 3 или 2 своих первых фейла здесь. А боюсь, что сейчас будет на пятой ночи. Фух. Давай, все, поехали. 16 дров достаточно. Я достану тебя. Я сожру. Давай. Пирожки. Да, давай. Ой, жестко начал мансить там. Я это слышал. Все, успели 6 пирожков, найс. Смотрим, нету ли там у нас этого, нашего Тимохи любимого. Лезем за огурчиком и водичкой. Все, пирожка нету, значит, у нас все идеально. Где у нас Тимоха? Тимохи. Опа. На, покушай какашечка. Все, найс. Давай, Тимоха, быстрее, мне надо тебя сейчас будет покормить. А то свою сосиску в тесте тут, блин, достал. Булочка с сосискою. А он хот-дог, блин. Гена хот-дог, а он сосиску в тесте мне тут приволок. А нет, 5 успеваем, прикиньте. Все, рис. Давай, дружок, открой ротик. Не надо. Все, слили, изи слив. Ну, 16, я думаю, ладно. Так, все, мы как бы его сейчас будем травить. Где-то. Бля. Я достану тебя. Я сожру все твои пирожки. Давай. Я, кстати, понял, кажется, последовательность. Точнее, не понял, а запомнил. Да, чай, бутерброд. Так, сразу на 10-ю глядим. Тут нет у нас пирожочка. Напоили. Так, ладно, давайте тогда всю воду сейчас наберем. Потому что этот, ну как бы, Тимоха сейчас нам уже заходит, я в этом уверен.
Ждем. Ну же. Все, найс. Булочка с сосиской. Так, давайте немножечко, прямо немножечко наколем. Все, 8 нормал. Сейчас будем этого травить. Все, найс. Давайте, просто лепим вот сколько сможем. Потому что у нас эти дрова не влияют ни хрена. Все, пока что 3 пускай будет. У нас даже на эти 3 не хватит дров. Дров. Тимоха, давай вытаскивай себя. Тимоха. Вот, молодец. Давай по-быренькому тут проходи со своим сосиской в тесте. Бам! Все, 5 ночей прожили. Интересно, 6-я будет? Будет прикол, если да. О! Опа, нежданчик, поднос вкусных пирожков. Вкусных пирожков. Ам-ам-ам, сейчас пожрем. Черт, что за поста? Туда. Туда его, все. Ой-ой-ой, Гена к нам звездюлей дал, слышали, да? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, какой финал грустный. Они нас пирожками своими бьют. Ай-яй-яй. Финал эпичный. Продолжение следует. Продолжение следует. А, тут еще, оказывается, ночь 6-я есть. Если вы реально хотите, чтобы я прошел 6-ю ночь, как бы, комментарии, лайкосики, да, все дела. В общем, всем, как говорится, удачи и всем пока-пока.